Технологии из семинара Григория Гробового от 17 декабря 2003 года. Учение Григория Гробового о Боге. Реализация действий человека. Управление делается душой человека и душой Бога. В данном случае, говорит Григорий Гробовой, человек проявлен в данном действии как человек, проявленный от Бога. Человек создает созидательную структуру развития стран в области экологической безопасности. Можно рассмотреть позицию стран Франции, Испании, Италии по отношению к проблемам экологической безопасности. В данной структуре человек проявлен как структура совершенно, но в общем-то нормированная, что ли, так можно сказать, по уровню будущих событий. Работая по трем странам, человек создает пространственную структуру управления, в которой он создает и уровень своего здоровья. Человек видит себя совершенно здоровым, например, во всем 2018 году. Далее. Можно рассмотреть снова Испанию по схеме прогнозного управления и через норму экологической безопасности страны рассмотреть весь земной шар, чтобы не было возможных катастрофических проблем в каких-то странах. Это управление еще раз строит ту пространственную структуру, в которой человек видит себя совершенно здоровым. На мой взгляд, человек не может постоянно находиться в состоянии как бы обороны или какой-то защиты. Человек просто должен выстроить линию благоприятных событий для себя. Но именно через пространственное управление такие, которые предлагает автор учения, например, через решение экологических проблем на планете, когда человек чувствует свои связи с Землей. Нам нужно прежде всего рассмотреть, каким образом устроена планета по отношению к вам сейчас. Ведь вы управляете сейчас, следовательно, вы должны уметь очень четко и быстро рассмотреть систему связи фактически. В семинаре «Реализация действий человека» говорится так. Например, мы рассматриваем Испанию, где уже прошла работа по экологической безопасности. Тогда контекст всего мира, предположим, мы хотим рассмотреть весь земной шар, чтобы не было там трещин где-то в Марианской впадине, предположим, или там, где неизвестно, да, значит, с точки зрения текущего момента, чтобы не было каких-то катастрофических землетрясений, нам нужно прежде всего рассмотреть, каким образом устроена планета по отношению к вам сейчас. Ведь вы управляете сейчас, следовательно, вы должны уметь очень четко и быстро рассмотреть систему связи фактически. Вот Бог, который строит мир и построил его изначально, он имеет изначальную точку построения, где для него все едино, что будущее время, что текущее или там прошлое. Также и в текущее время он предпринимает действия по развитию людей. Следовательно, реализация действий человека – это есть, прежде всего, действие Бога по развитию людей, и человек должен уметь видеть связи свои, так же, как это делает Бог по отношению к тому же объекту информации. То есть Бог рассматривает внешнюю, казалось бы, позицию человека и Земля, но на самом деле Бог, создатель человека, он видит и эту позицию, естественно, человек, в общем-то, как бы показывает его собственную позицию Богу, то есть он сам показывает, и Бог видит это тоже. Когда вы переходите на такой уровень восприятия, то он становится, ну, как бы несколько, может быть, усложненным для окружающих, для управления даже вот со стороны окружающих. Но вы входите в структуру как бы большей безопасности собственного развития, когда вы понятие безопасности имеется в виду, что безопасность, предположим, будущего интервала развития цивилизации, предположим, вечное время развития цивилизации, а не только там личная, например, да, безопасность или безопасность какой-то страны. Когда вы рассматриваете данный контекст в этом аспекте, то видно, что вы можете соорганизовывать вместе с душой Бога события. Можно еще раз повторить, что безопасность будущего интервала развития цивилизации, предположим, вечное время развития цивилизации, а не только личная безопасность, дает человеку возможность войти в структуру как бы большей безопасности собственного развития. И возникает следующий уровень по отношению к человеку, когда локально можно вывести линию безопасности на себя. Григорий Петрович Гробовой так объясняет действия человека по созданию для себя уровня безопасности, в котором нет проблемных событий. Это в конце семинара «Реализация действий человека».
функция тела такова, что есть линии, которые, как я сказал в начале вот сегодняшнего семинара, например, идущие от человека к планете, также есть линии, защищающие человека от ядерной войны. Если их активировать, ядерной войны не происходит, влияние на события. Эти линии, идущие от тела, они есть линии, идущие к действию Бога. Когда вы начинаете видеть уже именно уровень действия Бога по отношению ко всему миру, то стоит только усилить оптику идущих, связующих линий с этим, в общем-то, уровнем информации, и вы получаете совершенно контролируемый процесс по отношению к вам. То есть, значит, возле вас точно не взорвется, предположим, там АЭС, значит, то есть возле вас не произойдут процессы, которые бы касались именно макроуничтожения. Возникает следующий уровень, чтобы не было и локального уничтожения какого-либо, относящегося к вам, да? Тогда вы просто проводите из этой как бы внешней сферы линию уже к себе, то есть сфера, она более уже общая. И эта линия, идущая к вам в тело, физическое тело, там, где физическое тело, это и есть ваша душа. Когда вы приходите сюда, то вас уже не касается и любое локальное, в общем-то, какое-либо проблемное событие. Не обязательно, что это событие катастрофическое. То есть вот надо стараться выделить даже тот уровень, он очень быстрый, его надо успеть как бы зафиксировать. Когда вы его начинаете фиксировать, то вы сможете определенный полис вокруг себя создать, ну, как бы безопасности даже от каких-то тривиальных проблемных событий. Человек назначает локальный уровень безопасности для себя лично. Когда рассматривает общую безопасность планеты и когда он начинает видеть уже именно уровень действия Бога по отношению ко всему миру. Григорий Гробовой говорит, что тот уровень, он очень быстрый уровень. Его надо успеть как бы зафиксировать. Всем спасибо за понимание и макроуправление.